Вопреки представлениям, в помощи ревматолога нуждаются не только пожилые. От боли в руках и ногах страдают спортсмены, парикмахеры, люди с лишним весом. Как уберечься от заболеваний суставов и что делать, если недуг все-таки вас настиг? Доктор ответит на все ваши вопросы. Ответит врач-ревматолог Юлия Сакцер. Программа «Звоните доктору». Смотрите программу «Звоните доктору» 22 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.